Фазера, ремене Гойдерфа и ремене Хава, Отче Дух Святой. И ныне народ мой, время благоприятное, время свободное и небо мирное. Вот какой дар я дал народу своему, что ты можешь собираться, никто тебе не воспрещает, никто ничего не закрывает, и ты можешь стоять и славить Господа своего. И говорю тебе, народ мой, не всегда так будет, но в это время, если будешь более и более запасаться маслом, более и более приближаться, иметь эту близость со мной, то более и более будешь усиливаться и усиливаться, и твой внутренний человек день ото дня будет все более и более увеличиваться, а твоя внешняя плоть и все плотские дела, они будут уменьшаться, уменьшаться. Это есть процесс освящения от начала до конца жизни твоей на этой земле, народ мой. И потух, потому хочу, чтобы этим ты очень велико воспользовался, очень, потому что настанет время, когда придут испытания, когда придет проверка твоего предстояния, твоей веры, твоего доверия, что ты делал для того, чтобы остаться верным до конца. Я для тебя все дал. Я одел тебя во все оружие Божие и хочу, чтобы все доспехи, которые на тебе, они были исправны и всегда одеты, и ничего не было оставлено, потому что враг, он ходит, как рыкающий лев, со всех сторон, чтобы где-то и где-то пустить стрелу, посеять сомнение, неверие, как будто бы ничего не меняется. Народ мой, все меняется, потому что Дух Святой все знает, Дух Святой все проницает, и только Дух Святой знает, что в духе человека, но человек не может знать, что в его духе. Потому говорю тебе, борьба духовная, неплохая, и хочу, чтобы ты никогда не воевал друг с другом, но более и более побеждал все дела плоти, и от этого церковь моя, она будет все более и более становиться грозной, побеждающей и наступающей, народ мой. Ибо надо наступать, ибо часто ты боишься, защищаешься, не понимаешь, что время таково, что я дал все тебе, и то, что в тебе, оно сильнее того, что в мире. И это не слова, нет, народ мой, это да и аминь. Если ты порой не имеешь мудрости, не имеешь этой здравости, не имеешь этого понимания, то проси у меня, и я буду давать тебе, немало не сомневаясь, что мудрость, исходящая свыше от меня, она будет тебя умудрять и давать тебе скромность, и давать тебе послушание, и давать тебе победы, духовный народ мой, ибо время очень непростое, но время таково, что нужно ничего не растерять, но нужно созидать и созидать, для того, чтобы, когда настанет время, чтобы ты мог протянуть руку и мог достать, и было чего, чтобы не было ничего пустого, ибо, говорю, все пустое, оно как мекина отлетит, и ничего не останется, а все то, что ты будешь складывать, все то, что умудренное, все то, что есть слово мое, что есть истина моя, оно будет все более и более давать тебе силы продвигаться вперед, ибо церковь моя готовится, церковь моя поднимается, ибо готовится к определенному мной дню для того, чтобы я мог совершать то, что я определил.
И на этом месте я много раз тебе говорю, что это непростое место, и потому я произвожу свой труд над каждым сердцем, над каждым домом, для того, чтобы ты мог исполнить то, что я определил, ибо все более и более угашается огонь Духа Святого по местам вместо того, чтобы зажечь и зажечь. А я говорю тебе, народ мой, я готовлю тех, которые зажгут огонь этого последнего дождя, который будет сильнее первого. И я приготовляю эти души. Они, может быть, твоими глазами, может быть, кажется, как, Господи, он или она. А я буду брать ничего не значащее, чтобы посрамить значащее, чтобы изливалась сила моя, потоки мои, и я буду освобождать, и я буду исцелять, и я буду совершать свое. Потому что часто и часто человек не может удержать то, что ему даешь. Не хватает силы, время такое, время очень лукавое. Борьба идет за власть, борьба идет за портфель. А я говорю тебе, народ мой, какая может быть власть хорошая от человека? Только Бог, если даст силу, сделаешь. Сойду благодатью, будешь радоваться. Не сойду, не возрадуйся. Все от меня, народ мой. Потому хочу, чтобы все упростил. Все-все упростил. Все почитал щитою. Только превосходство познания меня, близости со мной, Богом живым, чтобы ты слышал всегда мой голос, а я прихожу, а я беседую с тобой, народ мой, и не всегда, и не везде это, и хочу, чтобы ты ценил это от начала до конца. Не в темноте идешь, ибо если слепой ведет слепого, они оба в яму упадут, но ты ведешь водимым светом Духа Святого, озаряется эта тропа, она узкая, очень узкая, она скорбями и испытаниями, но зато она спасительная, народ мой. И я поставил твои стопы на эту тропу, и хочу, чтобы ты шел, немало не сомневаясь, потому что Дух Святой своим светом и своей премудростью и своим водительством поможет во многих ситуациях твоей жизни. И если ты более и более будешь преисполнен Духом Святым, и если радость Духа Святого, она будет всегда наполнять сердце твое, ты будешь понимать, куда ты идешь, для чего ты живешь, и вообще для чего ты призван, ибо это даст тебе понимание, помазание Духа Святого. И я хочу, чтобы это помазание всегда было на народе моем, потому я произвожу здесь работу свою Духа Святого в каждом сердце, народ мой. Не просто звучат мои слова, нет, народ мой, ибо все, что звучит, то и действует, ибо мое слово, оно имеет действие и силу. И я хочу, чтобы ты понимал и разумел это от начала и до конца. И хочу, чтобы ты более и более был послушен, исполнителен моей благодати, моей истине, народ мой. От этого ты будешь усиливаться, от этого не будешь бояться, от этого сомнения будут уходить, потому что мои обетования живы, они да и аминь, они неизменны, они для народа моего. Я их оставил не просто, как написано, оно есть да и аминь, и написано Духом Святым, ибо нет человек, но Дух Святой продиктовал для того, чтобы ты имел жизнь, будущность и надежду. Если надежду, которая никогда не постыжает, потому что я знаю, в какое время прийти к тебе, в какое время что дать тебе, в какое время утешить тебя, в какое время защитить тебя, народ мой, ибо никто не защитит тебя, кроме меня. И не бойся человека, ибо всякий человек перст, но возноси молитву и жди от меня, народ мой, и я буду приходить, и я буду поборать за народ свой, потому что я возлюбил каждого, я простер тебе свое благоволение, и я хочу тебя спасти, и я хочу помочь тебе во всех ситуациях жизни, народ мой, я не оставлю тебя никогда, вот ты такой, как есть, а я возлюбил тебя, а я привлек тебя, я посадил тебя на это место.
место, и в этот день все устроил, чтобы ты был здесь. Это все мое устройство, народ мой, потому что и хочу, чтобы ты более и более благодарил меня, чтобы сердце твое ликовало, чтобы духовный твой человек день ото дня возрастал, чтобы вся твоя внутренность, она славила меня, благодарила меня, Бога живого. Разве тебе не за что меня благодарить? Разве тебе не за что мне сказать аллилуйя? Абба Отче Рамане Гейтер Файдер Грамане. Аллилуйя Сама Рамане Глайдер Гейтер Мейса. Аллилуйя Хвала Рамане Гейтер Гейтер Глайдер. Аллилуйя Слава Рамане Глава Рамане Глайдер. Аллилуйя Рамане Грайдер Рамане Грамане Лавер. Аллилуйя Рамане Рамане Глайдер Рамане Грамане Лайдер. Аллилуйя Рамане Грамане Глайдер Рамане Грамане Лавер. Тебе сплочайся, народ мой, велико сплочайся. Я хочу, чтобы ты был как монолит, как один, чтобы сердце твое было одно, любвеобильное. Упрости все, народ мой, упрости все. Впереди вечность, там любовь, вход в любовь. Я хочу, чтобы ты это понял от начала до конца. И увидишь, что я буду делать, когда ты полюбишь так, как я хочу, чтобы ты любил друг друга на этом месте. Ибо это церковь моя, и она есть любовь.
Аминь. Аминь. Слава тебе, Господи.